продаже дом 2003 года постройки в самом центре станицы Полтавской Красноармейского района. Все в пешей доступности. Дом с двумя входами. Двор бетонирован. Имеется гараж и небольшое складское помещение. На передней части двора действующий колодец, который можно отреставрировать. Дом теплый, кирпичный, строили для себя. В доме три изолированные комнаты, кухня-столовая, широкий коридор, раздельный санузел. У дома бетонированная отмостка. Пройдем на задний двор. Окна металлопластиковые. Высокий крытый навес. Земли 7 соток. Участок имеет ровную прямоугольную форму. Если вам земли недостаточно, можете докупить у смежника. Огород открытый, весь залитый солнцем. На заднем дворе мы видим небольшое складское помещение, хозпостройка. Она расположена под навесом, что очень удобно. Это выход на задний двор через коридор. Перед домом растет виноградная лоза, которая в жаркую и знойную погоду создает тенек в комнатах. Ну а сейчас пройдем в дом. Высокие потолки, широкие коридоры. В доме три изолированные комнаты. Раздельный санузел. Что создает комфорт для большой семьи. Санузел в кафеле. С коридора выход на задний двор в огород. На заднем дворе крытый навес с бетонированной площадкой. На солнечной стороне расположена кухня, достаточно просторная. В доме 78 квадратных метров. Комнаты светлые, уютные. Самая большая просторная комната может быть залом, где вы будете собираться всей своей дружной семьей. Широкий дверной проем, удобно заносить мебель. На стенах проклеены обои, на полу ламинат. Успейте приобрести данный объект. Все документы готовы к сделке. После регистрации своего права вы сразу можете зайти и жить. Готовы приобрести данное домовладение? Звоните по указанному номеру, и мы согласуем с вами встречу.